ограничению свободы на 6 месяцев. В соответствии с статьей 53 УК РФ после отбытия наказания и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. А по части 1 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ отношением наркотического средства и лишения свободы на срок 11 лет с ограничением свободы на 6 месяцев. На основании части 3.4 статьи 72 УК РФ время нахождения свободы 29 января 2022 года по 25 августа 2022 года за честь лишения свободы из расчета 2 дня нахождения по домашнему аресту. Приговора за полную силу вещественных доказательств автомобиль второй стороны грузин школ 50-тонный номинальный класс 184 ОМГ 14. Срок наказания осужденного в Громуши исчисляется 91 приговора за полную силу. Сроки, порядок обжалования, порядок ознакомления с протоколом аудио, записью и внесения замечаний. Сторона понятна? Судебное заседание на этом закрыто.